Привет. Ну, побежали рулеточку, пока дулавы покрутим. У нас 540 тысяч. Давайте. Я сейчас так вот сделаю. Побежали. Делаем трэш-контент, пока у нас есть время. Дулава четвертой. Купить, окей. Берем сразу на 150к. Сразу посмотрим, что на 150к нам выпадет. Есть. Окей, побежали. Кулачки. Кулачки. Непонятно. Ничего. Кулачки. Ну, что-то видите, кулачков нормально падает. Так, третья коробочка. Опять третья. Ну, меня радует кулачки. Еще одна третья. Ну, давайте, что-то выше третьей. Сколько мы уже? 50 кулаков. Уже там довольно-таки нормально. А, все. Понял. Забираем наши утешительные награды. Идем дальше. Пока, видите, кулаки в основном падают. И третьи коробки. Хотелось бы скин тыквы собрать. Бесплатно. Так. Быстро не хочу, ребята, потому что интересно посмотреть. Кому надо, быстро потом на повторе посмотрит с ускоренкой. Так, кулаки. Еще кулачки. Ну, я бы не сказал, что многие кричали там, выбил некроса, но это реально там фарт. Смотрите, сколько мы уже. 60 попыток. Ну, это, в принципе, мало, если на самоцветы брать. Но выше коробки мы пока не поднялись. Опять полный. Ну, не знаю. Уже пора IGG увеличивать нам почту. Хотя бы мне. Не обязательно всем. Хотя бы мне. Надо будет им написать эту идею. Так, кулаки. Ну, давайте что-то повыше уже. Коробка, по-моему, была, да? Ну, некросом пока не пахнет. А вот кулаки неплохо падают, если я не ошибаюсь. Может, мне специально ограничили, чтобы мне больше анубисы не падали и некросы. Сейчас посмотрим, сколько нам на 150к упадет. Я так понял, это подарок Бога Грома. Дальше будут еще подарки какие-то. Ну, смотрите, как кулаки идут хорошо. Прям как под заказ. IGG меня услышала, походу. Просто песня, ребята. Чую, допы будет с 8-8 скоро. Но пока, как видите, не падают у нас
Как ни печально, пятые коробки. Опять полный сундук, ну. Посмотрим, что выгодней. Ну, я так понял, что уже выгодней. Мы еще не потратили 150к, но мы уже набили намного больше кулаков. Я так понял, в дальнейшем это уже будет. Так, опять коробочка. Кулачки, кулачки. 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 Ну, смотрите, как хорошо кулаки падают. Даже больше радует, чем Некрос, ребята. Он меня вообще уже, в принципе, не радует. Как просто карта на склад. Либо на повторку. Думаю, там с осколков еще нападает. Ну, еще КГшки падают, это тоже неплохо. Да, было бы неплохо, если бы оно все падало сразу на склад. Так. Ничего себе, руна. А, тут еще и рандомно отсюда падает. Ну, в принципе, руна. Это самое оптимальное, что мне надо. Либо 1к кулаков. Я не против того и того. Так. Тыковка упала нам. Надо еще 4. И сразу сделаем скин. Хорош, хорош, хорош. Красавчики. Смотрите, как кулачки идут, ребята. Топ акция. Так, ну пока мы еще не выбили, интересно посмотреть на пятые сеты. Мы уже... Хотя мы херню проролили, честно говоря. Ну вот это вот задротство немного не радует. Да, открыл. Ну, в принципе, эта акция, я считаю, после Forbes. Ну, если так брать, потому что Forbes там помимо этого еще мы получаем. Это сейчас самая топовая акция для доната. Реально кайфово. Смотрите, как сыпет. Кулачки, кулачки. Ну, давай что-то выше. Не хочет нам ничего давать. Если пропущу Некроса, скажете. Либо какого-то героя. Ну вот это, конечно, задротство. Вот в чем печаль доната. Ну смотрите, если быстро ролить, реально херня падает. Сейчас посмотрим, что там нападало нам. Раз, два, три. Вообще кулачков 4, 5. Хотя, в принципе, вроде и падают тоже. Всего-то 5 коробок на 40 этих. А, нет, 6, 7, 8. 8, да? Ну, давайте еще раз быстро проролим. Так, есть 40, да? Смотрим, сколько у нас кулаков опять даст на быстром роде. А ни хрена, раз. Вообще значки почетанных 2, 3, 4. Фигня. Реально фигня. Так, раз.
Ну все, все, халява кончилась, типа 300 кул, 300 этих слил, соси хер, типа так я называют. То есть 50к, у нас ушло 2. 50к, да, у нас ушло на эту всю херобору, походу. Ну, третья часть, образно. Не дали даже до конца добить. Сейчас посмотрим, что у нас. Коробка пятого левела. Сейчас посмотрим. Может быть. Я больше радуюсь кулачкам. У меня коробки даже не столько. Давайте чекнем склад. Ну, третью часть мы проролили. Получили 9400 кгшек. Ну, как-то так. Получили 7600 кулаков. Good. Так. Ну, это понятно, это говно. Сундуков лабиринта 8. 8 сетов. Ну, все. Где вы видите коробку? Нету коробочки. Третий. Это была. Не, нету коробки. То ли я слепой, то ли ее действительно нет. Ну, бяха. Привет, Даш. Так, поехали дальше. В поисках, в поисках, в поисках. Так. Ну, говно. Мне эти пятые коробки нахрен не нужны. Вот это хорошо, это хорошо. Это не очень, это не очень. Да давайте уже пятый сет. Видите, насколько плохо начал работать рандом на русском сервере. Мы, скажем так, со всех серверов, походу, отстаем, потому что нам и плюшки дают, и говняный ролл. Хотя, ребята, я вам скажу, это жесть. Была коробка рун? Ну, не знаю, я не видел. Пятого левела коробку я не видел. Коробка пятого таланта была, а вот рун не видел. Зажрался, да. Дашка, мы зажрались, правда? Ну, смотрите, мы уже там прилично слили, до сих пор мы некроса не получили. Хотя как прилично, мы даже половину не слили. Зато падают кулаки, ну, просто супер. Ну, пока падают, не знаю, как дальше будет. Так, две коробочки. Но пятых пока рун не достали. Ну, зато третий даже тоже неплохо. Так, показалось там чуть-чуть не то. Интересно, отсюда реально собрать скин тыквы? Нам надо 50 осколков, а у нас только 10 упало. Вообще реально жесть. Так, блин, вот это, конечно, щелканье. Игроки, ну да, топом не падают ремки пятые, видите? Говно акция. Подстава. Сейчас я буду тоже ныть. Где мои ремки пятые? Где мой Анубис? Где мой Некрос? Че вы мне даете одни кулаки и коробки третьего уровня? Дайте пятый уровень. Видите, все равно ни хрена не дают. Вот это, ребята, вот так надо ролить. Вот это для Ютуба годный контент. А не по 20 косамов, как Рылев. Или как прокачивает
героя по одному уровню и каждый раз выкидывает. Так, ну блин, вот это конечно жесть, то что надо вот херачить столько. Да, это фиаско. Нам не упадет некрос, ребята. За 150к мы не выбьем некроса. И нам не упала коробка 5 уровня. Это фиаско. Ну, я так сейчас глазком гляну. Ну, норм, норм. Так. 10к кулаков уже есть. В принципе, неплохо. Половина. Барашин. Да, Рылев барашин. Полностью согласен. Так, поехали дальше. Ну, что-то выше не поднимается. Выше тыквы даже не пахнет этим. Я уже не знаю, как надо жать. Походу, надо какое-то произносить заклинание. Вообще перестала падать нормально. Сучка, дай что-то выше. Вот вам доказательство того, что на русском сервере реально говно, особенно для топов. Но вот это годно, когда тебе падают 3 зелененьких кристаллика. Это годно, годно, реально четенько. Коробочка. Единственное, что вот это вот забирать очень долго. Ну, видите, кому-то за 20к Анубис выпадает, кому-то за 1-2к Некрос выпадает. А мне, как обычно, одни кулаки падают. Печалька, печалька. Жизнь, боль. Но то, что у нас порезали троп, это однозначно. Вау. Ребятушки, к нам пришел Анубис. Можете меня поздравить. Карта упала, охренеть. Ну просто топ. Ну подняли сразу к выше тыквы. Еще коробочка. Давай, 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 давай. Да, да, 100% надо было сразу на склад делать. Реально харит вот это вот перезаходить. Ну да, я заказывал кулаки, вы правы. Так, смотрим, что там у нас. Давайте обновим. Мы, в принципе, уже больше проролили. 20к. Ну, так себе. 12к кулаков почти. Десяточка. Что там у нас еще? Рунка упала. Упала коробочка одна. Упала у нас 16-й Анубис, ребята. Можете меня поздравить. Да, недостающий. Реально не хватало этого героя. Я очень рад. Спасибо, IGG. Так, это с лабиринта у нас, да, это хрень. Охренеть. Ну, просто топ. И уже есть 18 сетов третьих. Ну, в принципе, это тоже неплохо. И 525 осколков. Поехали дальше.
Ждем, ждем. Если Анубис за 500, то Некрос, я боюсь, еще не скоро будет. Ну все, походу испортился рандом, смотрите. Раз. Вообще перестало давать. Все, походу мы накаркали. Зато, в принципе, набил карт на прохождение. Ой, аж закашлялся, бедный. Жаркий контент. Будем ролить, пока Некроса не словим, я думаю. Ну, мне сейчас надо будет вот это доролим. И отойти на лаву. Фрэнки ролить? Ну, думаю, да. Только завтра, если он будет в акциях. Блин, я не знаю, сколько мы уже перезаходов сюда в эту акцию сделали. Но все, смотрите, пропали кулаки. Если раньше нам там нормально не шли, то сейчас уже все. Куда Анубисов коплю? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Буду делать годный контент по сливу. Чтобы каждый раз, когда я сливаю, кто-то плакал, что сливается Анубис. Кому он не достает. Будем сливать в надежде, что он кому-то упадет в этот момент. Так, еще коробка. Ну, не знаю, ребят. Честно говоря, говорю, у нас реально по сравнению с Китайкой порезали все. Сами видите, да, как падает. Даже скина тыквы. Сколько мы там уже? Получается 5. Ну, нормально уже проролили. Не упал нам даже Некрос. Даже пятый сет коробки нам не упал. Поэтому можете там сильно не надеяться. Если кому-то действительно повезет в акции, ну, красавчик. Но мне пока третьи коробки в основном падают. Ну и кулачки. Охренеть. Ну просто топ. Нахрен мне эти руны. Говорю, руны слизни. В общем, не знаю. Ну, акция, в принципе, годная в плане кулаков. Но пока, честно говоря, как-то так себе. Нету пятых сетов, как обещали, что он будет падать каждых 20к. Так. Давайте быстренько сейчас. Быстренько. Ой, нам упал, по-моему, еще один Анубис. Ребятушки, поздравьте меня. Еще плюс один нужный герой. Смотрим внимательно. Да, вот он. Второй Анубис. Ну, спасибо, IGG. Вы меня услышали прям. Поехали дальше. Делаем топ-контент по выбиванию Анубисов. Да.
Для эволюции, да, ребята, для эволюции у меня до крена анубисов. Три в алтаре, это 15, и плюс тут у нас еще 17, это уже 32, и плюс в картах, по-моему, сколько там у нас в осколках, 33-34, плюс, ну, где-то 35 анубисов на аккаунте уже было. Ну все, все, походу надо дать покурить этому рандому. Со 150, качественно говоря, не ахти. Не падает так, как все там говорили. Смотрите, пошли. Подарки, блядь. Охренеть. Ну, что я могу вам сказать? Это IGG. Топ, топ, топовый дроп. Ни кулаков, одни эти. Значки почета. Одни значки почета. Так, что я сюда захожу? Побежали по Береньку. Ну, видите, уже даже не падает. Кулаки уже даже толком не падают. Походу все. Пора сворачиваться. Сейчас посмотрим, сколько нам кулаков упало. В принципе, мы уже проролили 150к. Сейчас заберем. Плюшки. И побежим на лаву. Так, еще чуть-чуть надо доролить, да? Ну все, все, все. Один, 10 осколков всего этого упало. Ну что-то вы вообще зажрались, айджи. Карта, блядь, охренеть. Топовый, топовый вообще дроп. Что я могу вам сказать? 150к. Сейчас посмотрим, что у нас упало. Так, ну, кристаллы, 23к кристаллов, сущности, ну, 17к кулаков, не знаю, в принципе, если умножить это все, как раньше я получал это все за 50к тысячу, это получается 500, да, по-моему, 500, да, 500 и еще... Ну, 800 тысяч на ролл героя мы бы получили вот это количество кулаков. Поэтому я считаю, это годненько. 17к кулаков на халяву. Плюс еще получили. Ну, это все хрень. Ну, смотрите, сколько монстр пропусков. У меня там было 50, по-моему. Нехило так нападало. Так, коробочку. Одну рунку получили на халяву. Два анубиса пока что. Ну, коробов тут я не знаю, сколько было. Кстати, за донат нету отдельной карты. Она, походу... Блядь, вот скажите, за 2 миллиона доната дают мифическую там или какую там карту героя? Да, походу, мифическую давали. Тогда за 2 миллиона дали просто обычную карту. Охренеть. Так, 24 сета получили, но уже 815. В принципе, неплохо. Чё там, больше ничего нет? Не, больше ничего нет. Ну, не знаю, судите сами, как вам такой ролл. Пишите потом в комментариях. Честно говоря, я кулаками доволен. Там дальше посмотрим. Дальше будем еще ролить. Сейчас у меня будет лава.